Окончательно осиротел. Киркоров убит страшным известием. Известие о кончине легендарного режиссера не оставило никого равнодушным. Свои соболезнования семье и близким Марка Захарова выразили театральные деятели, политики и звезды шоу-бизнеса. Несколько часов назад Филипп Киркоров опубликовал в личном микроблоге фотографию художественного руководителя театра «Ленком». Исполнитель назвал Марка Захарова героем нашего времени и последним из «Магикан». «Ленком» окончательно осиротел. Светлая память великому нашему современнику. Спасибо за чудо, такое необыкновенное. Жить и творить с вами, мастер, в одно время, написал артист на своей странице в Instagram. Исполнитель также перечислил работу режиссера, которые оказали наиболее сильное влияние на него. «Юнона и Авось», «Звезда и смерть Хоакина Мульетты», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «12 стульев», «Формула любви».